В Волгограде ведутся последние приготовления к предстоящему купальному сезону. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» сообщили в пресс-службе мэрии. Подготовка пляжей завершается сразу в нескольких районах областного центра. В настоящее время территории проходят соответствующие обследования. Окончательное решение об открытии купального сезона в Волгограде за Роспотребнадзором. Вместе с тем на местах обустраивается вся пляжная инфраструктура. Игорь Чмнев, телеканал «Волгоград-1».